Мимо этого места не проезжал ни один автолюбитель города Магнитогорска. Это поселок Брусковый. Направо повернешь, в наркологию попадешь. А почему попадешь в наркологию? Потому что либо справку надо получить для прав, ну, что не являешься хроническим алкоголиком, либо хронический алкоголик приедет туда и полечится. Кстати, хорошее местечко. Всем рекомендую. Прямо поедешь, в завод управления упрешься, по улице Кирова. Нас интересует поворот налево. Дело в том, что очень много телевизионной рекламы было бы, но ее нету. И вот сегодня и сейчас мы вам позволяем узнать, где на левом берегу вводятся самые низкие цены на масла, колеса и диски. Да вам просто необходим след из хлебных крошек, потому что левый берег позволяет экономить на аренде. И это должным образом сказывается на цене. Но поискать надо. Поэтому следуй за нами. Ну и вот повернув налево, доезжаем вот до этого моста. Обычно все машины проезжают сверху. Видите, белазики носятся. Аккуратнее надо ездить здесь. Потому что это единственное место города, где вы можете увидеть это вот чудовище белорусское, которое заполняет бывший кратер горы Магнитной шлаком. Теперь там уже кратера-то и нету. Мы часто здесь раньше ездили, наблюдали за этой горой. То есть здесь тоже поворачиваем налево, и там есть следующий поворот. Есть дорога вдоль горы, которая идет. Туда не надо поворачивать, а налево. Редкий человек туда проедет, но за хорошими ценами проедет. Ну и куда нас привел этот след из хлебных крошек? Это единственная улица, где вы можете увидеть белазы, едущие на рудник Магнитогорского металлургического комбината. К сожалению, за дешевыми ценами придется немножко потрястись, потому что цены действительно дешевые. Здесь, на улице Лизы Чайкиной, 16/3. Ну что ж, давайте зайдем и посмотрим эти цены. Ну, видал я ранее левобережные оптовые склады. Вообще-то это даже рядом не стояло с этим. Это кошмар какой-то. Наличие и разнообразие и для пионера, и для пенсионера, и для того, кто хочет побогаче. Да потому что тот, кто побогаче, любит экономить. Что еще порадовало? Так это полный ассортимент резины для грузовиков. Вас же не удивишь колесами на мало или много литражки. Колеса на ого-го, какие литражки есть в наличии. И естественно, все для всех, и естественно, цены вниз. Желающим переобуться тут же и станки шиномонтажные, и домкраты. Так что зиму 2012-2013 встречаем, не экономив безопасности и качестве, но выигрывая в цене. Ну и Магнитогорец, он же любит экономить. И для этого обязательно приедет на левый берег. Для того, чтобы сэкономить до 300 рублей на единицу товара. То есть до 300 рублей экономим на диске и на колесе. То есть общая экономия получается, если на комплекте, то это примерно $100, а может быть и больше. Причем колеса здесь есть всякие. Вот, а как сюда приехать? На улицу Лизы Чайкиной, 16/3. Ну, чтобы вы не путались и не искали эту улицу, тут все очень просто. Поселок Брусково, и вот перед мостом не направо едем туда, где все проходят наркологию, а налево, в сторону нашей горы Магнитной, дыры Магнитной. Она теперь уже упакована ровненько так шлаком. Вот, и прямо последний проходной, и здесь налево. Ну, единственный недостаток, так это то, что здесь вся резина не такая фаршированная, как в торговых центрах. То есть она не учерненная, и пыль здесь есть. Ну и что? Зато экономия. На комплекте до $100.